Всем привет! Меня зовут Гущин Кирилл, я разработчик спиннингов Nordstream, и сегодня хочу рассказать про нашу новую серию. Новая серия в экстра бюджете, то есть розничная цена в районе там 3 с копейками тысяч рублей, и которая специализирована для ловли на джиг. Эта серия называется Альянс, Альянс Джиг. Потому что Альянс у нас есть Twitch, есть Альянс Light, Ultra Light и есть Альянс Jig. Вот у меня в руках Альянс Jig, такого красивого цвета морской волны. Вот, значит, зачем? Вообще, зачем была сделана серия именно специализация в такой бюджетной цене? Все очень просто. То есть цель и задача была такая. Если новичок там, либо не хочет тратить много денег на удилище, все равно как бы нужна достаточно серьезная специализация, если ловить на джиг. То есть что нам нужно получить от джигового спиннинга в первую очередь? Ну, так как деньги не сильно большие, то должна быть 100% рабочая вершина, по которой мы сможем спокойно увидеть момент падение приманки на дно. Раз. И поклевку, соответственно. Вот. Два. Должен быть достаточно жесткая, должна быть средняя часть. Для чего? Для того, чтобы рыбу просечь. Потому что джиг, а тем более, если вот так здесь сейчас, в Чебоксарском водохранилище, джиг в корягах, то приходится подсекать. И подсекать приходится достаточно сильно. Если сделать какую-нибудь универсалочку, которая будет красиво трястись в магазине и будет казаться достаточно легкой и гибкой, то просечь джиговую приманку, хотя бы вот такой поролончик стрим, да, будет практически невозможно. Третье, что надо еще от джиговой палки? От джиговой палки нужно, соответственно, чтобы она не была излишне жесткой при вываживании. Потому что, когда берешь рыбу, особенно если ты это делаешь с лодки, то важна отработка на конечной стадии. То есть совсем кол в комле делать, в принципе, нельзя. Поэтому вот я максимально постарался совместить вот все вот эти вот требования к джиговому удилищу в бюджете. Понятно, что сказки не будет, но могу жестко и четко ответить, что груз, даже, скажем так, самый низ при падении на твердое дно, вы почувствуете падение в руку. Это во-первых. Во-вторых, как бы на эти удилища там, разных моделей я половил достаточно. Рыба поймана ни одна, ни две, ни три. Поэтому могу сказать так, вполне нормально, ловить можно. Да, это не шедевр, это не супер, скажем так, топ, где вы понимаете 15 градаций дна, ну и, соответственно, цена вопроса соответствующая. Итак, по модельному ряду. На самом деле в серии всего лишь 4 модели. Это 7.21, 10.28, 12.42 и 15.60. Я считаю, что меньше для джиговых палок в таком бюджете сделать что-то дельное, прям конкретно джиговое, не получится. Либо будет совсем очень мягкая вершинка, либо она будет неинформативной абсолютно. Ну а больше, как бы, больше смысла нет, потому что обычно 60 грамм это закрывает даже достаточно большие упитанную резину на легких джиг-головках, если вы хотите потаскать в прямую проводку. Все длины только одни. 2.44. Почему? Потому что, на мой взгляд, это самая оптимальная длина для начинающих. Это самая оптимальная длина, когда вы используете с лодки из берега. То есть такая вот универсальная тема, чтобы начинающий мог попробовать свои силы в джиге и в лодке, и с берега. Ну и как бы дистанция заброса вполне нормальная. То есть спиннинг сделан именно с акцентом на заброс в том числе. Теперь что, значит, кольца. Кольца китайский SIG. Вот, специально сделаны оправы антизахлёстные, потому что все-таки, ну, как бы, захлёсты бывают. И чтобы исключить эту возможность, мы поставили чуть более дорогие кольца, но с антизахлёстами. Катушка-держатель копии VSS. Максимально теплый, максимально комфортный, максимально удобный. Единственное, вот здесь, конечно, вот единственная полоска металла есть, но от нее уйти никуда не получится. Все, что не металл, будет стоить сильно-сильно дороже. Опять же, цель и задача была сделать нормальный инструмент в минимально возможные деньги. Ева вполне себе нормального качества, то есть это не полное барахло, как я видел в других там вариантах многих. Ну и стык, путовар, классический стык. Минусы какие? Ну, вес. Понятно, что спинник не легкий, тем более в комбле у нас идет композит. То есть здесь внизу стекло, сверху графит. Вершина полностью графитовая. Как работает? В принципе, как бы на вываживание покажем несколько кусков, когда специально там таскали щуку туда-сюда, показать именно, как спинник отрабатывает и вываживание рыбы.
Ну и самое главное, наверное, самое интересное, это показать, как удилище работает на своих низах, как работает на своих верхах. Вот мы сейчас в боевой, в принципе, точке, где покажем низа. У меня в руках сейчас 7.21, самый легкий. Немножко усложню тест поролонка, потому что с поролонкой чувствительность и отработка вершины немножко хуже. Из-за ее, скажем так, объема и из-за ее вот свойств именно поролона. Вот. И вот поставлю, 7 не нашел, поставил 8 грамм. Давайте смотреть, как у нас это дело будет именно отрабатывать вершинка. Здесь в руку не будет точно ничего, здесь достаточно такой полив заиленный и сильно закоряженный. Поэтому могу, в принципе, и что-нибудь оторвать даже в процессе. А могу поймать, потому что это боевая точка, мы здесь ловим. Давайте смотреть. Сначала покажу прям заброс. Вот конкретно у этой модели 7.21, невзирая на достаточно легкий тест, кобель вот в этой части достаточно жесткая и мощная, потому что условия бывают разные. Я думаю, что эти спиннинги не будут ловить в первую очередь там, на каких-то подмосковных водохранилищах, а поют они куда-нибудь в середину России, где и на легкий вес можно совершенно спокойно поймать очень серьезного крокодила. Вот гарантирую, что эта серия справится вполне, включая вот самый легкий 7.21. Теперь смотрим вершину, отработка. Оговорюсь сразу, сейчас условия достаточно хорошие, ветер очень слабый. Вот, но и плетенка у меня стоит 1,5. То есть по уму-то, конечно, ловить на 7-10 грамм плетенка должна быть потоньше. Но опять же, условия бывают разные. Иногда надо, как здесь, на легкую снасть, на малый вес умудриться поймать достаточно крупную рыбу. Вообще, для чего сделан вот самый легкий 7.21? В первую очередь, это ловля на стоячей воде. То есть водохранилище, либо очень-очень слабое течение. То есть акцент вот именно у этой модели сделан на визуальную вершинку, чтобы увидеть падение очень легкой приманки, ну как относительно легкой, там голова 7, 10, 12, 16, 18, именно падение увидеть визуально. Это единственная, наверное, самая кивковая модель из всей серии, потому что почувствовать в руку легкий вес, да и тем более, скорее всего, если стоячая вода, это там ил или относительно мягкое дно, зачастую будет просто невозможно. Следующая модель — это Alliance Jig 802 MMH с тестом 10.28. Для чего сделана она? В первую очередь, это, как бы, я бы сказал, что это наиболее универсальная модель, потому что она позволяет, во-первых, ловить на относительно легкие веса 10, 12, 14 грамм на стоячей воде в легком течении, во-первых. Во-вторых, таскать достаточно объемные приманки в тех же условиях, то есть там, где 21 из-за веса резины уже не проходит, если резина довольно крупная, то 10.28 вполне себе справится. Вот. Ну и по верхам уже вполне можно ловить на среднем течении, когда у вас голова 28 и небольшая там приманочка в районе 3 дюймов. Если приманка крупнее, то, конечно же, надо ставить легче вес, чтобы попасть в тест спиннинга, чтобы его банально не сломать. Соответственно, что? Давайте покажу сейчас, как работает на низах. Условия не поменялись, та же поролоночка, 10 грамм, то есть самый-самый низ. Сейчас покажу, как делается заброс. Кидает вполне себе уверенно, хорошо. Рукоятка, кстати, здесь не очень длинная, но и не короткая. То есть, чтобы удобно было работать и в лодке, и с берега. Ну и вот, смотрите, 10 грамм заброшены, падают на дно. И как и в более легкой модели, естественно, здесь еще лучше идет передача в руку, когда мы касаемся чего-то достаточно жесткого. Например, коряк. Следующая модель — Alliance 802 MH, тест 12.42. Для чего сделано? Собственно говоря, это либо джиг на таком среднем течении, когда вы используете груз головки или чебурашки весом до 42 грамм. Либо второй вариант — это груз головки весом там 16, 18, 20, 22 грамма и довольно крупная резина 6-7 дюймов и непосредственно прямая проводка. То есть то, что сейчас так очень в тренде, модно и популярно при ловле крупной щуки. Но как бы в любом случае спиннинг джиговый,
Давайте я вам покажу, как работает низ. То есть вот 12 грамм, вся та же поролонка. Смотрим. Вот на полторашной плетне заброс, собственно говоря, как у всех у них, низов, это примерно 50 метров совершенно спокойно. То есть если заброс поставлен, если умеете кинуть 50 низом, вполне реально. То есть что мы видим? 12 грамм вполне нормально контролируется по вершине. Вот прошел коряшку. Коряшку, когда я по ней стукнул головой свинцовой, я это вполне почувствовал. Сейчас вот опять задел коряшку. Да и у нас вообще на коряшке висит. Все, коряшку прошли. Потому что эта поролонка от Левша НН, она, собственно говоря, очень хорошо проходит по корягам. А я вот прям забросил и попал четко в зону коряжника. Как раз там, где мы ловим рыбу. И последняя модель. Альянс Джиг 802H с тестом 1560. Значит, для чего? Тяжелые веса, джиг, как бы вполне реальные колебалки, достаточно тяжелые. Дальше прямая проводка, крупная резина. И можно даже баловаться с легкими джерками. В принципе, вершина позволяет. Да, она не идеальна, можно чуть сделать пожестче, но тогда мы потеряем основные свойства, это как бы джиговые свойства удилища. Про верха мы, понятно, будем говорить отдельно, в другом месте. Вот сейчас низ, 16 грамм голова, 15 не нашел, извините. Та же маленькая приманочка, потому что как бы, ну, в концепции, как я ставлю тесты, приманка у нас должна быть примерно там, 3 дюйма. Леска, конечно, можно было бы и потоньше на такие веса, но в любом случае, вот это здесь честная полторашка, то есть достаточно толстая леска для ловли хорошей нормальной рыбы. Вот, смотрим заброс. Ну, 15 грамм полетело очень хорошо и очень далеко. Я, честно говоря, даже не видел, куда упало. Вот, значит, ну, тоже 50-60 метров. Смотрим проводку. Падение. То есть, что мы видим? На спиннинге тестом 15-60, 16 грамм с достаточно объемной поролонкой. Вполне четко отрабатывается. На коряге. Ну, как говорил уже, там рассчитывать на удар в руку минимального веса на илистом дне, это из области фантастики. Даже самый-самый топ вам это просто не передаст. И в любом случае, вся вот эта вот серия, она в первую очередь рассчитана на визуалку. Чтобы четко научиться ловить на джиг, понимать падение, понимать касание, все получается. Ну, собственно говоря, локацию мы сменили. У меня в руках Альянс Джиг 802H. И сейчас будем смотреть, как он работает на верхах. То есть тест у спиннинга 1560. Голову я поставил даже чуть побольше, 70 грамм. Но зато у меня практически невесомая поролонка. Яма. Даже, наверное, для нее это будет здесь, на Чебоксарском водохранилище, многовато. Но как бы показать, как отыгрывает удилище, я, в принципе, вполне спокойно могу. Давайте смотреть. Ну, давайте понимать, что это его верх. Вот. Насколько полетел, не знаю, вполне. Заброс идет. То есть можно достаточно силовым забросом кидать. И давайте смотреть, что сейчас будет при не просто проводке. Хотя покажем мы ее. А именно при подрыве приманки, если вдруг вам нужна именно техника джига с подрывом, когда, например, мы ловим судака. Причем как раз большая глубина, тяжелые веса и подрыв. Смотрим. Что видим? Понятно, что это самый-самый верх, но подрыв у меня вполне себе получается. То есть спинник не проваливается, скажем так, катастрофически. Понятно, что он уже в самом-самом напряженном моменте. Максимальный вес. Вот. Опа, коряшка. Но сделать это мы смогли. Совершенно спокойно. Чем я люблю проволок левши? Он проходит практически любые коряги. И давайте посмотрим на классическую проводку, как отрабатывает вершина. Значит, что я хочу этим показать? Вот, максимальный вес. Но вершина не перегружена.
То есть спокойно, четко, изгиб, конечно, есть, но он не сильный. Мы все видим, мы все, понятное дело, ощущаем в руку падение. Опять коряшка. Вот, и, соответственно, полностью контролируем проводку. Следующая модель, которую мы проверим наверха, это у нас Allianz Jig 802 MH с тестом 1242. Глава, ну, читарнул 44, 42 не нашел. Резинка, по-моему, это в районе 4 дюймов. Вот, достаточно легко. Вот как раз это реальный максимум, который я рекомендую использовать для этой конкретной модели. Значит, давайте, знаете что, не показал на более мощный, но и посмотреть можно и на это, неважно. Смотрите, вот у нас висит максимальный вес, насколько у нас сгибается вершина под ним. То есть вершина, показали уже, как работает низа. Низа работает великолепно. Вот это верха, самые тяжелые веса. То есть изгиб, конечно, есть. Его не может не быть, но он не катастрофический. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что жесткости достаточно для того, чтобы на верхах не просто сделать подрыв, да, а еще и подсечь. Потому что когда я показываю подрыв, это условно говоря имитация подсечки. И если спиннинг на максимальных весах, когда ты просто дергаешь его, заваливается, не контролирует груз, значит вы рыбу не просечете. Очень важный момент для джига. Я бы сказал, один из основных, потому что именно в джиге нужны достаточно мощные подсечки. Это там не вертушка, это не колебалка, хотя в колебалке тоже нужны. Вот. Это не крэнки и не твичинг. Поэтому основная идея показать вот проводку на верхах, это с одной стороны сымитировать подсечку, с другой стороны показать, что можно подрывать приманку. Смотрите. Далеко кидать не буду, смысла нет. Заброс вполне нормальный. То есть спинник, понятное дело, напрягается, но не катастрофически. Сейчас положим на дно. На дне там у нас завалы. Поэтому не факт, что приманка прет обратно. Но попробовать стоит. Глубина очень большая. Там на самом деле живут в основном самы. Но бывает и хороший судак. Все, проводка пошла. Теперь показываю как бы подрыв. То есть вот если внимательно посмотреть на вершину, давайте покажу. Вот палка до 42 грамм, 44, резинка, ой, коряга. Прошел. Смотрим, как она напрягается. То есть напряжение есть, но здесь, во-первых, течение, и внизу оно достаточно сильное. А во-вторых, это максимальный вес. То есть четко, нормально мы контролируем все, что происходит с приманкой. Теперь сейчас сделаю еще один заброс и покажу подрыв. Повторю, 44 грамма, 4 дюйма, самый-самый верх. Заброс, сейчас подождем, когда упадет. Ямка здесь не маленькая. Вот, упала. Подрываем. В принципе, все то же самое, как и с более старшей моделью. Понятно, что палка немножко сгибается при подрыве, но включается вторая половина вершины, и, соответственно, она уже делает этот подрыв, и также будет работать при подсечке, что очень важно. Так, переходим к более легкой модели. И, наверное, немножко сместимся к выходу из ямы, потому что там 28 будет, вот здесь конкретно 28 будет маловато. Allianz Jig 802 MMH тест 1028. Голова 28, паролунка. Вот типичная судачья фишка для вот этого вот этой местности, скажем так. Смотрим. Изгиб нормально. И давайте смотреть заброс. Провалится, не провалится он? Но скажу сразу, не провалится, потому что все это дело тестировалось достаточно долго, проверялось, доводилось до ума, и вроде как даже довелось. Заброс, ну это понятно, далеко я кидать не пытаюсь даже, смысла нет. Хотя если надо, полетит, то есть метров 70-75, например, не 1,5, я вот 28 выбью спокойно. Сейчас мы немножко подождем, когда все дело упадет. Делаем там 3 оборота и смотрим, как напрягается вершинка. Да нормально она напрягается, вполне себе. Вот у этой модели она даже чуть-чуть позлее,
чем, например, у 10-42. Ну, понятно, что в пропорции, пропорционально. Про отбой в руку даже говорить не буду. Понятно, что он имеет место быть. Правда, не везде. Здесь кое-где, даже невзирая на течение, есть достаточно мягкие участки дна. Там мы смотрим это визуально. Ну и можно почувствовать по распрягу удилища. Ну вот если что-то хоть чуть-чуть твердо попадается, все, звон идет уже в руку. Теперь давайте посмотрим подрыв. Условия для этого спиннинга, конечно, немножко жестковаты, потому что довольно сильное течение, максимальный груз, но я думаю, что справится. Практически уверен с этим. Ждем падения. Вот оно. И начинаем. Да, все то же самое, как и в более мощных моделях. То есть мягкая вершинка сначала сгибается, потом на себя нагрузку берет вторая половина вершины, более толстая, мощная. И, соответственно, подрыв у нас происходит вполне нормально. Подсечка, соответственно, будет тоже вполне нормальной, просто потому что вот есть запас, чтобы просечь того же, например, судака. Это дело получится, точно. Чем ближе к катеру, тем увереннее получается. Плечо поменьше. Ну и как бы на самом выбросе проблем, в общем-то, не было. От слова совсем. Кстати, вот эта проводка по судаку иногда работает, она его просто раздражает безумно. Но это уже, смотрите, предыдущее видео, там несколько лет назад мы прям специально делали здесь джиговые проводки. Если вы начинающие, вам интересно как бы посмотреть, как можно вести джиг, пожалуйста, там найдете у нас на канале. Так, с этой моделью все. Переходим к младшеньке. И вот тут нам надо будет точно уехать, потому что 21 грамм здесь кидать самоубийство. Ну и последняя модель. Альянс Джиг 802М Теста 721. Голова 20 грамм. Достаточно большая приманка для верха. Ну, как бы, давайте посмотрим. Глубина 5 метров, течение, дичайший коряжник ломовой. Но вдруг проведу, вдруг получится. Заброс. Сильно кидать не буду далеко, иначе точно с коряги не вытащу. И ждем падения на дно. Не падает. Не падает. Надо было еще мельче уходить с таким течением. Так, все, на дне. Как напрягается вершина? Да нормально все. Потому что каждая модель, она достаточно индивидуальна, имеет все-таки свой немножко особенность своего строя. Вот. 21 на течение. С достаточно крупной приманкой. Вот вполне себе так работает. Вершина. На самом деле, как бы, ну тут я еще угол даю чуть другой. Но вершина напрягается вполне стандартно. Про чувствительность говорить смысла нет. Она есть. Тут уж как раз свал, твердое дно. Все в руку. И сейчас я показываю подрыв, и, соответственно, это будет также имитацией подсечки. Ждем. Ждем, когда упадет. О, упало. Давайте. Ну, в принципе, все то же самое, что и на других. Ничего сверхъестественного. Спинник не проваливается. Подрыв я четко выполняю. И при этом по вершинке все вижу. Не только по вершинке, но и в руку. Собственно говоря, на этом, наверное, все. Показал все, что хотел. Ну, наверное, рассказал все, что хотел рассказать. Хотя, если будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Там первые пару недель после видео, а потом меня можно найти там ВКонтакте, где-нибудь на Русфишинге. Вот. И спокойно, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, отвечу. Если не на рыбалке. Если на рыбалке, значит, отвечу позже. Вот, что могу сказать. Как бы, может быть, повторюсь немножко, но я на самом деле очень доволен тем, что у меня получилось. По одной простой причине. Это называется дешево и сердито. То есть там за 3 с копейками тысяч мы получаем реальную джиговую палку, которую можно спокойно ловить на джиг. Не заставляя себя, как бы, и не мучаясь. Нормально взял, половил. Да, понятно, что уровень не экспириенса, не топов. Вот, но чувствует, кидает, подсекает и держит рыбу. Я не знаю, что еще надо именно для джиговой палки. На этом все. Всего доброго. Ну и как бы не хвоста, ни чешуи. Увидимся на воде.